Yeah, they just give money, yeah, but it's not for a purpose, it's just like for you. Yeah, just for you, yeah. Look, like, let's try to accept this call. I hope it's not gonna be like some bad guy. Look, come, see the baby. Hey. Hello. Are you okay? Hello. Hello, как дела? How are you? По-русски Вика, Виктория по-русски Боню. По-русски Вика, Виктория по-русски Боню. Да ладно, класс. Конечно, я по-русски. Тут тоже русский есть. Конечно, я по-русски. Как вас зовут? Тут тоже русский есть. So one speaks the same language. No. Yeah. Абдулла. Yeah, very similar with him. Абдулла. Но она уже закончилась. Сейчас я покажу. Смотрите. Гонка была. Но это были электрокары. Люди уже разошлись. А это где? Мы в порту в Монако. А это где? Это в Москве? Это Монако. Монако. Это в Москве? Монако. Монако. Шумит, потому что у нас нет микрофона. Чтобы разговаривать вот так вот на видео, нужен микрофон. А тот, кто разговаривает, наушники, вернее. Потому что разговаривают и мне, тогда не будет эхо. Мы отключаем, потому что будет все зависать. You understand? This is Tom. They say hi Tom, hi Tom. How are you? Как дела? You see this on fire, you on fire, this and you laugh. I have 19,000 coins, it's not much, but you know, since you have 75,000, you can cash them out. And one coin is worth like what? No, that's one coin, doesn't cost anything, it's like 75,000, it's $200. Okay. Come on, we want some more coins. Give some coins to Victoria. No, they give a lot. They give a lot. Money. Oh. А, на пол упала. Ты хочешь новенькую? Да. Смотрите, Анжелишечка здесь. Анжелишка, скажи привет всем. Привет. They give you money. Look, hi Tom, hey Tom, hello Tom, hi. Tom is gonna register it. Are you gonna register it? Yeah, I'm coming. Давай, come on, like go live. Давай. Яла. Это люди плохие. Нет, я просто разбиралась, разборочки там устраивалась с плохими людьми. Все хорошо. Да потому что много плохих людей, доченька, не все хорошие. Здесь? Нет, здесь нет. Где они живут? Ну, они живут в разных местах, ты знаешь. Мы им а-тя-тя сделаем. Как? А-тя-тя. Да, не пару подарок. О, чего сегодня? Наоми Кэмпбелл виделась на гонке. Не видел, мы на яхте просто. Анжелиш, расскажи стих, который ты новый выучил. Ну-ка давай быстренько, какой ты выучил новый? Поет зима аукает. Поет зима аукает. Нет, прожуй. Прожуй. Сейчас нас кушают. А это пятнышки, это я убирала эту пигментацию, поэтому пятнышки такие. А. Да. Поет зима аукает, мохнатый лес баюкает со звоном сосняка, а по двору метелица Карлом Ширковым телится. Но больно холодно, воробушки игривые, как детки стеротливые. Прижались. Но у окна. Озябли. Милые пташки, малые, усталые. Голодные. Голодные. Усталые. Усталые. И жмутся. Снится поплотнее. И снится. И снится им прекрасное. Вот концом заясно, красавица весна. Но ты неправильно немножко, там ты забыла, что это самое, по ставням вешеным, помнишь, вот это ты пропустила? Ну так хорошо, молодец, мы с тобой подучим. Я чуть-чуть получила. Ты чуть-чуть перепутала там, а еще это самое, стучит по ставням бешеным и злится все сильнее. Помнишь? И вот это. Вот это... Не надо, а то будешь чипить.
действительно. А давай белую березу. А кто этот стих написал? Сергей Сим. А еще? Белая береза под моим окном. Я накрылась снегом серебром. Точно серебром. Точно серебром. На пух. На подвору. На пушистых. На пушистых. Сказал подвору. Нет, на пушистых ветках, говорит. На пушистых ветках белую кайму. Распустились кисти белые бахромой. И стоит? И береза в сонной тишине. И горят? На снежинке. В золотом огне. А заря? А заря лениво, обходя кругом, посыпает ветки, но бережет. Ну, чуть-чуть надо повторить. Там чуть-чуть не белые. Ты два раза говоришь белые, там... Ну, я тебя подучу, ладно, чуть-чуть под этим. А ты бурым глой выучила? Бурым глой небо крой, вихри снежные крутя. То, как зверь она зовут, то заплачет, как дитя. А да. Позору не через. Нет, это из другого стишка. Но это мы еще не доучили, это мы еще доучим. А, молодец, молодец, молодец. Дай мне телефон. На, будешь общаться? Только пальчик как вот этот между пальчиками вот так. Вот, и все, так общайся. Общайся. Я хотела мультик. А, что ты хотела? Я хотела игры. А, игры поиграть? Игры. Ну ладно, на одну игру поиграй, так и быть. Я знаю, как он умер. Часы не видели, что ли? Это мои часы старенькие. Так. Анжелич, как у тебя дела, спрашивает? Хорошо все? Очень громко. Yeah, let's go. Да, let's go. You're free for dinner or you what you have? Yeah, I can go for dinner, but I have to put like what time is the dinner? I don't know. I have no plan. I'm gonna make a plan now. All right, let's. We go Maya. Can we check? I thought it was my friend. I was like, oh my god. I was about. Like, she's such a like. She looks like my friend. Like she's like. Oh my god. I was like that girl in the white shirt and pants. Okay. Let's do that. I'm gonna. Huh? Maya Bay, you like? Maya Bay, you can do Maya Bay. Yeah, we're leaving now. Yeah, they wanna go. Let's go. Пойдем, дорогая. Yeah. All right. Okay. Ей 5 лет. Я стрелочки делала. Я, вы же знаете, я же реснички, смотрите, какие классно нарастила у Лилечки. Что мне даже ничего делать не надо. Сейчас стрелочки накрасила и все. И все. Вообще ноль макияжа. Нет, я не принимаю звонки. Макияж. Перелеты проводишь, лицо в порядок. А, ну, это только этот интрасютиклс у меня спасает меня. Бэйби, кокосе. Сколько градусов? О, наверное, 18. Нереальная погодка, шикарничная. No, I can't accept your call, I'm sorry. You can reject. You know, the presents are different. Ну-ка, дайте мне шампанского кто-нибудь или diamond. I'm gonna show you another presents, because this is like, they sent the presents, it was like cheap presents. There is much bigger presents. Yeah, like, you want a big present? Yeah, I want to show you. Where is the diamond, guys? Давайте бриллиант, он хочет посмотреть на бриллиант. Показываю ему, надо, чтобы... Download the app! I don't have fucking... Why I don't have internet? Помоги, у кого будешь делать это тоже проверить новый. Я думаю, что я буду делать 7 Privé, Privé 7 салон. Там классно делают. You want a castle? Sure, yeah, give me a castle. Look, champagne, look. Hey, that's you a gift? See? Yeah. It's like, you know, it's like, got a champagne. Thank you. Да, nice. Пинка нету, к сожалению. Who is this? Send you champagne. SW. Hello, hi. So 177 people watching us now. Okay. So you're gonna have lots of girls, I'm sure. When you're gonna live stream, they're gonna like love you. Nobody is going. Of course. What are you talking about? Smotri, look, guitar. Oh, that's not interesting. I like when it's like 3D. You know, I mean the animation. Когда анимация есть. SW sent an angel. SW is and everything. SW, guitar, SW, we want a diamond for Victoria. Давай бриллиант уже, все, не это. Давай бриллиант, не скупись. What's the name of the app? I go to that life. Давай diamond сюда. SW diamond. Давай SW diamond. Then you can have a call. Бриллиант, давай. Then you can have a call. Huh?
Давай бриллиант уже, не жмоться. I go light. Mm-hmm. Show me. Yeah, that's the one. That's the one. Ah, but it's from US. No, but it's any store. French, US, doesn't matter. Я люблю тебя, Виктория. Thank you, Луи и Лика. Юлика. Thank you. Ну что, SW, будет бриллиант или нет? Я не поняла. Я приехала тут, они все под шампанским, такие все подпевают. Смотрю, алкоголь только так идет. Мне предлагают, я говорю, нет, я трезвенница. Я в Монако. У кого буду делать брови, давай бриллиант SW, давай бриллиант сюда. Thank you for roses. Буду делать Привет 7, салон называется, Привет 7. 7 Привет, наверное, или Привет 7, что такое, в Москве он. Как не пить? Не пить и все. Я вообще не люблю сейчас пить. Какой на мне лук? Жакетик, блузочка и белые джинсы. Биоревитализацию я не делаю, редко делаю. С ней тоже надо осторожно. Там есть такие, которые моменты, вот в России не знают, что одна биоревитализация есть для... Да, PVSM, да, салон, правильно. Они вам скажут, у кого я делала. Я у нее губы делала, так уж. Они делают некоторые для лица, то, что нельзя, для шеи. Это очень опасно, знаете. Вы должны знать четко, что можно делать, что нельзя. С Халилом? Что с каким Халилом? О, oh, look, this is the diamond. Wow! You see? Well done. Yeah? Okay, guys, я пойду сниму какую-нибудь сториз и потом попозже еще выйду, ладно? Я здесь, любовь моя, вот здесь. Не переживай, я здесь.